Волк, разработанный студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой и получивший имя «Забивака», набрал 53% голосов, опередив «Тигра» и «Кота». Более миллиона человек приняли участие в голосовании, которое проходило на платформах FIFA, а также во время прямой трансляции на Первом канале. Вместе с тремя претендентами на победу участником церемонии стал легендарный бразильский футболист, двукратный победитель чемпионата мира Роналдо. 4 года назад именно он представлял на бразильском телевидении официальный талисман чемпионата мира 2014. Теперь «Волк-забивака» готовится встречать болельщиков всего мира в России.